день Есенин, возвращение на родину. Я посетил родимые места. Ту сельщину, где жил мальчишкой, где кланчой с березовой вышкой взметнулась колокольня. Без креста, как много изменилось там в их бедном неприглядном быте. Какое множество открытий за мною следовало по пятам. Отцовский дом не смог я распознать. Кудрявый клен уж под окном не машет, и не сидит уж на крылечке мать. Кормя цыплят крупичатой кашей, стара должно быть стала. Да, стара. Я с грустью озираюсь на окрестность. Какая незнакомая мне местность. Одна, как прежняя, белеется гора, да у горы высокий серый камень. Здесь кладбище. Подгнившие кресты, как в рукопашной мертвецы, застыли с распростертыми руками. По тропке, опершись на батажок, идет старик, сметая пыль с бурьяна, прохожий. Укажи, дружок, где тут живет Есенина Татьяна? Татьяна, о, за той избой. А ты кто? Сродни? А может, сын пропащий? Да, сын. Но отчего глядишь ты так скорбяще? А, добро, мой внук, добро, что не узнал ты деда. Дедушка, уже ли это ты? И полилась печальная беседа слезами теплыми на пыльные цветы. Тебе, пожалуй, скоро будет 30, а мне уж 90, скоро в гроб. Давно пора было воротиться, он говорит, а сам все морщит лоб. Да, время. Ты не коммунист? Нет. А сестры стали комсомолки. Такая гадость! Просто удавись. Часть иконы выбросили с полки. На церкви комиссар снял крест. Теперь и Богу негде помолиться, уж я хожу украдкой нынче в лес. Молюсь о силе. Можешь пригодиться. Пойдем домой. Ты все увидишь сам. И мы идем, топча межой кукольни. Я улыбаюсь пашням и лесам, а дед с тоской глядит на колокольню.